Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова канал Тукси. И сегодня хочу рассказать вам о погоде в городе Новороссийске на Волочаевском пляже, а также рассказать некоторые позитивные события, которые произошли в связи с этим Волочаевским пляжем. Сегодня у нас просто ужасная жара. Температура воздуха плюс 34 градуса, температура воды плюс 26 градусов. Ветерка почти нет. Очень чистая, очень красивая лазурная вода. И мы сегодня купались много раз. А теперь по поводу пляжа. Этот Волочаевский пляж, наш Схариси в Новороссийске, пытаются отобрать у людей и построить здесь грузовой терминал. С этим люди борются уже несколько лет, 8 или 9 лет они с этим борются, собирают подписи, требуют, чтобы у них пляж оставили, потому что это все, что осталось у целого района Шасхариса и вообще у восточного района Новороссийска. Вот. И вот вчера лично я смогла дозвониться на прямой эфир. Конечно, не к самому Малахову, я попала к редакторам, описала им эту проблему. Сказала, что мы тут отдыхаем, любим этот пляж, а вообще этот пляж связан с интересами целого района Новороссийска. Они все внимательно выслушали, но сказали, что им нужно помимо этой информации какие-то копии документов, то есть что здесь происходит, как люди борются. И поэтому я на пляже у своих знакомых местных жителей взяла телефон инициативной группы, позвонила туда, рассказала всю эту историю, дала им электронную почту, и они на эту электронную почту выслали все данные, в общем, собирают сейчас все документы, высылают все данные, все копии документов, то есть как народ здесь борется, что делает и так далее. И если они все-таки решат поднять эту тему и осветить ее в прямом эфире, то это будет очень хорошо, потому что если Малахов за это возьмется, то, конечно же, народ может победить и победить и получить этот пляж без вообще навсегда, как он и был всегда в пользовании восточного района Новороссийска. Поэтому сейчас вот новости это хорошие, но, конечно, это еще не точно, потому что сейчас только собираются документы, а потом будет решаться вопрос, будет передача или нет. Но хоть что-то это тоже хорошо, потому что инициативная группа здесь очень серьезная, люди очень настойчивые, и они занимаются этим очень серьезно. Так что пожелаем удачи, чтобы у нас пляж остался и чтобы его никто никогда не забрал. До свидания, удачи всем, с вами был канал Тукси, желаю вам всем прекрасно провести лето.